В Гродненской области в этом году 98 человек совершили правонарушения, относящиеся к категории «насилие в семье». Сотрудники управления внутренних дел констатируют, бытовые преступления становятся все более жестокими. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, в нашей стране проводится республиканская профилактическая акция «Дом без насилия». В центре Гродно состоялся флешмоб, участие в котором приняли десятки молодых людей. Девушки и юноши танцевали, исполняли музыкальные номера, читали стихотворения. Все это с одной целью – привлечь внимание общественности и напомнить – семья – это не место для насилия, а надежный, крепкий тыл, который необходимо ценить и беречь. Мы хотели бы еще раз привлечь внимание к этим вопросам и показать, в том числе, показать и молодежи альтернативные формы профилактики этих негативных явлений.